Мы приехали на новоселье. Привыкли в квартире? Уже привыкла. Все новенькое. Нас поздравляем с новосельем. Мне ж уже 18. Ну, с погреба, да, опять у погреб. А так все погорело. И мальчик. Всем большой привет. Вы смотрите последнее видео с участием тети Вали. Откуда с тобой? Всем привет. Мы приехали на новоселье. А как по отчеству? Не знаю. Бабушка Маша, а как по отчеству, не знаю. Мы обычно так. Невский район здесь. Красивые домики. С магазинами пока проблема, но в будущем надеемся, что все будет. Здравствуйте. Как ваше отчество, скажите? Емельяновна. Здравствуйте. Мария Емельяновна. Заходите. Ой, не ходи, король. Поможем. Заходите. Заходите вы первые. Мы следом. Мы с подарочками. Как вам здесь же лучше? Куда ты вас, Камаль, а? Ну, как-то так. Заходи. Заходите. Чтобы ты еще ждала две комнаты. Здесь однокомнатная. Мы еще проходите, не были в однокомнатной. Проходите. Прошли да. Уже. А что рассказывать? Как тебе живется здесь? Привыкли в квартире? Уже привыкла. Уже привыкли. А так всю жизнь в доме жили, да? Ну да. Частная самая вся собственность была. А теперь честно. Вот это вот пойдем прописываться. Пойдем. Да, пойдемте. Шкафчик красивый, все новенькое. Вот это ванна. О, они одинаковые вот. Везде, да? Одинаковые панели. Чипанели, чипанера. С бойлерами. С бойлер, да. Да, вот Ракленно недавно поставили. Все. А бойлер вы сами ставили? Или был? Не, нанимали. Нет, а был? Не, покупали не, сами? Покупали сами. Ну, а туалет, как обычно. Такой же, как ванна? Ну да, такой же. Маленький, конечно. Я поднимаюсь, а голова в этот... Кухня среднего размера. Не маленькая, не большая, но достаточного, да? Ну, хороший, для однокомнатной. Хорошая. Для однокомнатной. А кухня была, мебель, да? Кухня вот была. Это да. Хорошая вот здесь, это... мне нравится хорошая. Здесь. Вот это все, это самое. Лучшее, и... одна из лучших. Да, да. Красивая у вас кухня, в сравнении даже вот мы сколько с ходили, другими. Смотрели, да, это красивая кухня. Красивая кухонька, и все обустроено. Машинку уже. Купили сами, да. А это самое. Ванна ихняя. Ну, бойлер это мы сами покупали уже. Вот, холодильник это мы. Ну, остальное все. Мария Емельяновна. Я. Мы за вас очень рады. Наконец-то вы дождались свое жилье. Ну, первый этаж удобно. Хоть какое-то будет, но какое-то. Хорошее, да. Хорошее у вас. И уютно все, молодцы, и чистенько. Так. Давайте чаю же мы. Мария Емельяновна, это Машенька, подарочки. Мы вас поздравляем с новосельем. Спасибо. Здоровья вам, всего хорошего. Это вам комплект белья. Спасибо. Это вам то, чтобы ты не задерзала. Плели. А это досточки разделочные. Это пришла вам женщина. Вот мы вам на новоселье их и дали. Спасибо. Желаю вам здесь здоровья, долгой, счастливой жизни, чтобы все хорошо у вас здесь было. Конечно, долгой надо. Долгой. То, что это самое, я все молю Бога, хотя бы лет 5 прожить. Хорошо, 5. Хорошо. Машенька, а это набор? Прощальный наборчик с вами. Да. Больше мы к вам не приедем. Ну, ясно. Спасибо вам большое. Вот, лет 5 хотя бы прожить. Хороший мне настрой. Мне ж уже 18. Ну, 18. 81 год.
А, все понятно. 18, да. В обратную сторону. И чтоб потом хоть Валя осталась, это самое. Она ж у меня как птичка. Господи, если б не она. Дочка, да? Ага. Если б не она, я не знаю, ничего б я не делала. Вот так бы это самое все брошено было. А то и документы, и все на свете. Помогала дочка, да? Ой, да все. А, ну, все время. Молодец. А это молодец. Сам, ну сядьте. Я присядь. Я говорю, присядь. Еще я заметила, что 24 это марта, да? Февраля. Или февраля? Февраля. Смотрю у этого, в Андреевича возле хаты ходят люди. А я думаю, что за люди, даже не знаю. И хочу спросить, что зачем вы сюда пришли? Ну, я пройду, там у меня мусор вот высыпало, пройду до туда и опять вот к хате. А потом я пошла до Сереги и говорю: Серега, ты знаешь, тебе не видно, а вот смотри, говорю, что-то творится. Ну, пока у нас было тихо. А потом начались мы прятаться в подвал. Тут тебе начали стрелять, начали воровать эти, как их называют? Мародеры? Да, ну, а потом вот это началась эта самая стрельба. И я стала бояться. Пойду, растопила печку и опять до соседей. Вот, ну, начали стрелять. Пока еще было немножко, но я у них, говорю: Серега, я боюсь. А он говорит: ну, оставайся, что ты. А потом все чаще, все больше началось. Двери, смотрю, вылетели у меня, пришла, глянула. Оно прямо этот, с замка, и хороший был замок, и вылетел. И 28 числа мы как раз были в подвале. Вдруг приходит, а дверь была, ну, просто прикрыта. Забегает какой-то этот самый. И кто тут? А Серега говорит: да, говорит, я и четверо женщин. Вот, вылазьте, мы вылезли. Я в галошах, как сегодня. 28 марта уже? Да. Вот. Я галоши взяла, отрезала пятки, чтоб сувать. А только знаем, в этот, с погреба, да, пять у погреб, с погреба, да, пять у погреб. Вот. Вот вам дорога на бетонку. И вас там ждут. Но они пошли бегом, собак своих подмышки. Ну, я... А еще заплуталась за у проволоки или вылезла. Ну, я выплуталась и побежала. А как я побежала, уже ноги мои. Они меня подождали, ну и пошли. А там что? Были танки, да. Кто нас ждет? И взяли мы это, пошли мы пешие. Это отсюда и как раз туда, Толоков, той примостки, я все не забываю. Пришли до знакомого Серегина, поселил он нас. Временка и гараж, но они раздельно, стенка переделяет. А я уже слышу, что сами люди просят кого-то на машине, что уже машина стала проезжать туда. А я девчатам Серегиным говорю: девочки, ну, пожалуйста, меня найдите машину, да чтоб отвезли. Я уже не могла. И вот они нашли машину, и я приехала домой. Как домой? До дочки. Были мы сколько, и пошли вещи забирать. А вещи какие? Я когда вот это уходить, и взяла большие кульки черные, и позамотала, и под эту, под полочки там у коридорщики. Так вот это тряпки хоть сосылили, а так
все погорело. Ну и вся моя история вся. Хорошо. Мария Емельяновна, мы рады, что теперь вы можете здесь спокойно пожить. Долголетия вам желаем. Спасибо. И здоровья. Большое. И вам всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Вот. Знаешь, что Зина умерла? Кто? Зина умерла. Какая? Сотникова. Да ты что? Да, они же родственники. Ай-яй-яй. Умерла. Как куда? На полу линолеум. Но квартира... Здесь да, плиты квартира, сверху. Это не обои, а как пленочка тонкая. Потолки натяжные. Она замуж вышла, по-моему. А так квартиры. Ну да, она еще тоже. Квартиры в этом комплексе похож. По отделке, по ремонту от застройщика похож. Так что вот так, Машень. Всего доброго. Спасибо и вам всего хорошего. Так, сейчас я одену это и огромное. Огромная вот моя девочка. И тебя тоже. Да, меня тоже. И мальчика. Мальчика, конечно, много. Это наши орёл. Счастливого вам. Всего доброго. Спасибо. Давай. Пожалуйста, не провожайте нас дальше. Нет, там... Ага, да, сильно. Опа. Надо нажать? О, видишь? То есть частных домов всегда провожают из подъезда. Под этим. Пускай. Все под контролем. Вот, теперь я подержу ее. А там яйца по цвету уже насадили. А где ж ваша машина? Я говорю, Маша, яйца там цвету насадили. На тебя это не похоже. Должны быть здесь цветы. Поливать тяжело уже. Через окно выкинешь, польет. Окопать. Ополоть. Ну ничего. До свидания вам. До свидания. Счастливого вам. Счастливо. Спасибо вам, до свидания. Большое, пожалуйста, пожалуйста. Да, все, и здоровьечка вам. Спасибо, спасибо. Огромного, огромного. Так что до самое. Пока. Все, пока. До свидания. До свидания. А потом кто-то цветочки посадил. Прям много-много цветочков. Здесь трава сухая уже. А здесь ухаживают люди. Красиво, молодцы. Целая клумба. Это тетя Лена. Вы уже знаете, кто смотрит часто ее. Она погорелец, живет в чужой квартире сейчас. Приехать, когда была Яна, она не смогла. Поэтому передаем этот продуктовый набор и средства лишней гигиены. Всего вам, тетя Лена, хорошего. Люди за вас не забывают, переживают и помогают вам, кто как может. Девочки, большое вам спасибо. Дай вам Господь здоровья, дай Господь чистого неба и поскорее миру. Я снова хочу сказать большое спасибо всем людям, которые принимают участие в этом замечательном, добром деле. Пусть ваша доброта вам обязательно вернется. Я желаю вам счастья, мира и добра. Я благодарю сердечно всех, кто поддерживает меня лично, хотя бы иногда. Спасибо вам большое-большое. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.